На улице 22-го съезда КПСС 19-летний водитель не справился с управлением. От удара о бордюр автомобиль выскочил на остановочный комплекс, где сбил 28-летнюю девушку. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 1996 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Водитель доставлен в первую горбольницу с различными травмами. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Права водитель получил в сентябре 2022 года. За это время к административной ответственности не привлекался. Молодого автолюбителя проверят на состояние алкогольного опьянения. Дмитрий Белов при содействии пресс-службы ГИБДД по городу Брянску.